Россияне не боятся отдыхать в Черногории. Несмотря на то, что ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о всплеске здесь антироссийской истерии на фоне решения Подгорицы о вступлении в НАТО и обвинения Москвы во вмешательстве во внутренние дела страны, турпоток из России здесь значительно вырос. Об этом сообщили в Национальной туристической организации. Туристические показатели за первых 6 месяцев. Согласно официальным статистическим данным, за первые 6 месяцев 2017 года в отелях Черногории остановились почти 30 тысяч российских туристов. Это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Число ночевок возросло почти в 4 раза, и только за последние 2 недели в аэропорт Тивот прибыли почти 13 тысяч россиян. Вы знаете, мы билеты заранее купили, и поэтому мы не побоялись приехать. У нас здесь просто знакомые живут и сказали, не переживайте, приезжайте. Черногорию ежегодно посещают около 200 тысяч россиян. У тысяч здесь своя недвижимость.